Всем доброго времени суток. У нас, как обычно, заканчивается испытание выжившего строить. Следовательно, нам надо набрать еще 12 миллионов. Что мы будем изучать? Я сначала думал на 12 миллионов поизучать вот эти вот вещи, но что-то потом подумал, а вдруг мне не хватит. Но, думаю, все равно надо изучать. Так, у меня падающая лошадь, получается, уже вкачана до 15 уровня. Можно было бы ее вкачать, но тут ткани очень много надо. Давайте сосредоточенности покачаем немножечко. Посмотрим, сколько она нам дает. 11200. Ну, в принципе, я думаю, нормально должно быть. Логически, да? Мы сейчас ускоряемся. И уже следующий уровень плюс 4% дает. Но он изучается 5 дней, 11 часов. Жесть. Это как бы с исследованием, да? Смотрите, испытание выжившего. Мы смотрим. 14 миллионов. То есть по 3 миллиона мне дают за данную штукенцию. То есть, в принципе, да, что мы можем сделать? Мы можем сейчас один раз ускорить, и ткани нам уже не хватит на еще одно ускорение. Можно будет в нападении, допустим, прокачать. Потому что у нас просто ткань заканчивается, и мы не можем просто чисто докачать своих снайперов из ткани. То есть даже у меня есть колбы, но нету ткани. Соответственно, мы перейдем сюда. И здесь мы просто прокачаем основу сражения вот эту вот со второго до третьего уровня. Я думаю, нам этого будет достаточно. А без пощады мы уже будем качать ВС-6, соответственно. И будем всех сжигать. По-хорошему еще бы F3 подкачать. Но до этого еще руки дойдут. Ускорений хватает. 5 дней, 11 часов, нужно 7800. У нас 38 тысяч ускорения. Отлично.